Всем привет, ребята! С вами Алплей и Алексис, и сегодня в Мопио мы будем уничтожать врагов за носорожку. Посмотрим, у кого получится уничтожить наших врагов больше. Пока что мы, в принципе, наводим шороху и практически уничтожили питончика. Еще немножко нам осталось. Давай, Алексис, давай мы его попробуем все-таки добить уже. А вот еще и слоник, по-моему, наш, и ему хана! О, отлично, давай, слоник, кушай его, кушай, кушай, кушай. Сейчас, помогай, помогай, помогай ему, ба-бам! Давай, вот так вот тебе. Это, ребятки, будет у нас наказание за то, что он пытался свить Алексиса и меня. Поэтому сейчас мы ему будем немножечко, так сказать, раздавать. А вот он вправо ушел уже. Давай мы его... А нет, не вправо, влево. Подожди, тут два питона. Одного не в нике Мопио, а в другой просто питон какой-то непонятный. Ты далеко от слоника находишься-то или нет? Я возле слоника нахожусь. Возле нашего слоника? Так, да, хорошо. Он меня защищает. Феникс, да, который? Моя. Феникс, который, да. Теперь здесь вот смотри, вверху есть два питона. Один слева, другой с правой стороны где-то был. Ага, у одного ник пойдем. Мопио, а у другого я даже что-то не заметил, конечно, какой ник. А вот смотри, АЛАХ, просто слоник, АЛАХ. О, крутяк, ребятки, просто-напросто крутяк. А вот-вот-вот питон этот. Давай поможем нашему слонику. Давай мы ему поможем. О, давай, ешь. Давай, слоник наш маленький. Сейчас слоник должен скушать питона. Давай, кушай этого вражеского питона. Да, все, ему хана. О, красавчик, просто умничка. Молодец. А я сейчас слона, может, еще завалю. А нет, не завалил слона. Немножечко пошло не так. О, наш Феникс. Отлично. Феникс у нас превратился, смотрите, в кого? Крутого какого чувака. Он превратился у нас в Тирексика. Давайте, кушай. О, красавчик. Я выше его, выше. Что там? Давай. И еще чуть-чуть, давай мы сейчас фалькончика вынесем. А нет, не получилось, потому что тут крабик подошел злой-призлой крабик. Ладно, круто, смотри, как прикольно получилось. У нас с тобой есть еще один союзник, который играет вместе с нами. О, нормально, я тут ему немножко помог. Хорошо, о, хорошо-то как. Вообще, давай, поедай этих всех слоников, которые не являются нашими тиммерами. Меня спрашивают, или я снимаю. Да, я снимаю, дружище. Сейчас я еще кого-нибудь съем. Ты чё? Ну-ка, отвали от нашего Тирексика. Давайте, грызите его, грызите, ребятки. Ну, вернее, не Тирексика грызите, а других негодяев, которых тут огромнейшее количество. Давай. Сейчас. На, это тебе. Вот это тебе. Отвалите от него. Давай, сейчас мы тебе поможем. Вот, смотри, видишь, защищай его, защищай нашего Тирексика, который, видишь, в воронке сидит. Тут его... А вот от всех этих носорогов и от остальной нечисти, которые тут огромнейшее количество. Да, давай, отвали ты отсюда. Сейчас мы вам покажем, где раки зимуют. Главное нашего... Не трогайте, блин, ребят. Давай, заныривай, дружище. Сейчас мы восстановимся. Давай, иди в воронку. Я прикрою. На тебе, слоняра ты плохой. О, нормально. По-моему, мы его немножечко спасли. Хорошо, спасибо, говорит. Ну, большое... Спасибо нашим еще союзникам, потому что... Своих мы всегда спасаем. Стараемся как можно больше их... прокачивать по возможности. Главное, чтобы тут никто не обозлился и своих же не начал бить. Так, ну нормально. В принципе, наш Тирексик пока что вроде себя чувствует очень даже в хорошем таком состоянии. О, нормально. Сейчас мы еще помогу ему сокола, возможно, сольем. Так, отвали ты от него. Отвали от нашего Тирексика. Я помогаю ему. Спасибо, обратно написал. Не за что, дружище. Мы всегда рады своим помочь. О, что-то черный дракон еще подошел, да? Так, осторожно. Черный, ты куда ты? Зайди в воронку быстро. А, у него, наверное, водичка заканчивалась. Так, ладно, сейчас я чуть-чуточку свое здоровье полечу. Да, восстановлю, а то здесь просто жестяк какой-то. Здесь много Аиксиков, много Аэликов, но и много других есть игроков, которые... О, вот нормально, сейчас он еще и скушает еще одного чувака. Привет! Привет, дружбанчик. Что тут у нас? Опа! Че, не нанес? Не нанес? Ну ладно, нормально. Так, сейчас мы кого-то еще сожрем, если получится, конечно же. Так, реф, что-то реф, не понял, что там реф. Ну ладно, здорово. Ах ты ж негодяй какой. Сейчас дракон меня уничтожит, да, капец. Какой дракон, какой? Блин, черный дракон, сейчас уничтожит. А, я вижу, здесь он недалеко. Убежал? Ты далеко отсюда, нет? Не-не-не, недалеко, возле камня нахожусь. Интересно, конечно. А, вижу тебя, все, я тут тоже нахожусь, да. Тут можно подумать, что один камень, да, на всю эту. Ладно.
Будем считать, что это шуточка. Вообще красавчик, он был медведем. Ага. На меня напал черный дракон, он, короче, лапы его ударил. Оглушил его, да? Да. Вообще нормально, да. Спасибо большое, ребята. Не успел поблагодарить его за это. Ну, я думаю, что он посмотрит ролик и услышит тебя. Он не посмотрит, потому что снимаешь-то ты. Не, но все равно, я думаю, что если он Мопио смотрит, может, он и здесь посмотрит. Какой у него ник был, не помнишь? Ой, ник не помню, но, короче, он красавчик. Да, ну, красавчик. Если ты спасал Алексиса, то ты просто красавчик, дружище. Большое тебе спасибо. Так, ладно. Клобана тут еще. О, смотри, тут еще один носорожек. Крутяк, ребятки. Мы сейчас за троих носорожку будем тут наводить немного шороху. Давай, давай, потенциальных жертв. Идем. Гоу, гоу, гоу. Сейчас мы кого-то будем искать. Да, да, пошли, пошли за нами. Пошли за нами, носорожек наш маленький. Будем искать себе потенциальных жертв, которых можно сожрать. Так, ну желательно больших каких-то, больших и жирных. Да, желательно найти какого-нибудь питона хотя бы. У него дракона, там много жрачки, ой, либо дракончика. Дракончики вообще очень вкусные существа здесь. Они очень такие, которых, ну как сказать, слить их, в принципе, можно очень легко. Если нормально его бомбануть пару раз. Нет, здесь что-то нет никого. Давай, наверное, все-таки возвращаться. Что-то нет наш здесь еды. Давай, погнали наверх тогда, либо в другую сторону. Да, давай, наверное, вверх пойдем, может, тут еще кто-то будет у нас вкусненький, привкусненький. Так, тут у нас есть всего-то навсего утки и все. Гепардик утки? Еще, да. Этого не трогай, этого не трогай, да-да, я знаю, что он наш, хорошо. Здесь еще аиксойка просто тоже наша есть, а вот у нас тут есть кобра. Привет, кобра! До свидания, давай, до свидания, да, мы ее... Кушали, давай я один кусик. Да, я один кусик дам нашему гепардику, пускай он прокачается хотя бы чуть-чуточку. Может, побольше массы будет. О, нормально. Он выбрал себе какаду. А здесь где тот дракон черный? Он где-то тут тусовался, по-моему, нет? Ой, он на вулкане. Может быть, если бы как-то его выманить. Представляешь, как было бы эпично, чтобы мы его слили. Да, было бы круто. Ну давай попробуем, а где он тут? Не, мы его не сольем, потому что это улучшенный черный дракон. А, он там несколькими этими своими, да? Он очень долго огнем может. Ага, я понял. Ну, печально. А вот еще один SLLF, правда, но он что-то меня ударил. Может, он не увидел просто ник мой. А тут его, наверное, черный дракон преследует. Либо они черного дракона преследуют. Я, получается, чуть-чуть вот обхожу этот. А вот-вот-вот черный дракон есть. Есть черный дракон. Ничего себе, он тут получается, знаешь, где? С правой стороны вулкана. С правой стороны вулкана. Кстати, ты заметил, что на вулкане очень много всех. На тебе. Ну, очень много наших. Да-да, есть, хватает, хватает. Так, я его немножечко ударил, но он тут, если честно... Побаиваюсь его. Да-да-да, смотри, какой он мощный чувак. Так, это... А, нет, это не тот черный дракон, это который простой. Вот это, наверное, 11... А, это... Это нет, наш, подожди, это подожди. Наш черный дракон. Слоникс. Это точно Слоник или нет? Я что-то даже не увидел, какой у него ник был. Дружище, если ты, у тебя ники AXL, то значит у нас будет с тобой... А, точно! Это наш, короче. Мы... У нас с ним будет тим. Да. Я не буду его тогда трогать, потому что это наш. Ладно, ребятки, не будем трогать, это наш черный дракончик. Идем искать себе других жертв. Спрашивают, или реал. Да, конечно же, мы реалы с Алексисом. Тут у меня практически уже следующая эволюция апнутая. Совсем немножко-то нужно. Так, тут еще Данил какой-то тим предлагает, он за носорожка играет. Данил, добавляю в ник AXL, тогда будет тим. А так у нас тима, в принципе... Не, ну мы пока что его трогать нет, не будем. Нет, ну мы его не трогаем, да, но именно дружить, да. Давать кусики и так далее мы даем только тем ребятам, у которых в нике есть AXL. Потому что все остальные просто непонятно. Он с тобой тиммер пока что, да, потом когда чуть-чуть больше тебя... Начинает. Да, начинает уже сливать. Так, ладно, хорошо, теперь... Ой, осторожно, теперь я играю за питона. Знаешь, что я теперь буду делать? Теперь я буду искать... Выберу себе. Да, да, давай, бери. Сколько тебе там массы? Может, ты меня куснешь пару раз? Ну, давай, давай. Давай, кусай. Сколько там тебе? Но мне еще нужно 30 тысяч. Я думаю, что я быстренько соберу. Сейчас пчелки эти вот выйдут сюда. Ага. Пчелок немножко посливаю. Тут давай, еще это видео спрашивает друг наш. Да, конечно, это наше... это видео. Давай кого-нибудь сожрем. Давай кого-нибудь сожрем. Что там тебе едят? Пчелы меня сливают. Иди сюда, пчела ты. Я пчела, я пчела. Вот, знаешь, что песня? Я сейчас ударю. Есть! Так, отвали от него. 10 тысяч осталось. 10 тысяч, а вот пчела тебе. Все, все, давай еще один кусик. Давай, 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 давай. И... Оп, нормально. Давай, ладно, давай еще разочек, кусай. Оп, кусил, да? Что там? Да, да, двумя питонами. Круто, крутяк, крутяк, крутяк. Просто нереально круто. Тут норм, Аикс, по-моему, написал, что ты его слил. Или это он тебе написал? Может, случайно так получилось? Он мне написал, я ему написал, что живи, зачем? А, ну да, да. О, вот, смотри, подписчик SL. Давай, давай, о, хорошо, хорошо, давай, гаммы, гаммы его. Да, 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 давай. Давай, 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 давай. Подожди, подожди, не кусай. Оп, хорош. Крутяк. Нормально, нормально, вообще офигенно. Так, давайте один кусик дадим нашему союзнику, чтобы он тоже питончика выбирал совсем скоро. У нас тут будет три питона, вообще офигенно.
Да, питоны вообще рулят в этой игре. Ну, вообще, не только питоны, все существа, у которых есть суперкрутые способности такие. Да, да. Либо удерживать, либо долго бьет, они вообще нормальные чуваки. Мы сейчас будем рубать. Крутяк, ребята, просто крутяк. Мы уже докачались до двух питонов. А тут, кстати, в этой вот игре, в Wild Mopio, мне вот нравится очень не играть. Очень много есть, как бы это так сказать, животных, которых нужно остерегаться. Например, у простой мопки, когда ты там докачался, ну, скажем, ну, на воде, например, до кракена, как обычно, это нубики прокачиваются, и там уже, грубо говоря, тебе ничего не страшно, да, ты там себе кракен под воду зашел, вышел, кого-нибудь поймал, какую-нибудь касатку, либо китай, и все, и ты доволен. То тут, в принципе, практически все животные очень-очень сильные. Где жертва? Он просто сказал, что ему пока, наверное, или ты не его имел в виду? Нет, не его имел в виду, там внизу убежал уже. А, ладно, хорошо, хорошо. Так вот, здесь вот, в принципе, все существа, они очень крутые. Не иди туда вниз, там особо нечего делать. У каждого есть своя способность какая-то крутая, и каждый может тут накостылять кому хочешь. Я вижу, но он от нас убежит, наверное, просто-напросто. А мы его не сможем, не успеем мы его поймать, видишь? Он... Смотри, 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 кто здесь внизу. Кто? Страус. Иди сюда. О, тут еще слоник. Так, от слоника надо держаться подальше. Он может нас с тобой слить, поэтому осторожненько надо быть. Слоняра тут очень-очень сильный. Так, давай мы где-то вот сюда вот перейдем. Че, он тебя слил? Да ладно. Нет, он меня не слил пока что, но сейчас сольет. Сейчас я помогу. Иди вниз, иди вниз. Заныривай, иди вниз. Да. Это просто жестячок. Так, это вот тебе, пожалуй. Да, наверное, он сейчас меня точно сольет. Ого, жестяк. Короче, да. Я, наверное, успею все-таки в норку забежать, но было очень-очень печально. На самом деле... тебе не надо было на воду просто идти, потому что за питончика ты знаешь, что он плохо на воде. Он очень плохо плавает, да, он очень плохо на воде плавает, поэтому тебе надо было куда-нибудь вот заползать, как я сейчас заполз на дерево, и он тут мне ничего не сможет сделать. Я просто вокруг этого дерева буду себе бегать и все. И буду себе жить, поживать и добра наживать. Ну а ты немножко, конечно же, не повезло тебе, скажем так. Мы будем надеяться, что. Что там? Кто? Помнишь, Нью Нуб такой? Да. Он написал ничего. ALSL, но меня слил взял. Ай-яй-яй, негодяй какой. О, ничего себе, тут наш дракончик. Может, он будет вместе со мной играть? Давай, играй вместе со мной. Нет, не трогай меня, пожалуйста. У него в нике AX, по-моему, есть. Поэтому мы его трогать... Здесь? Да, я здесь вот на воронке этой сижу. И сейчас я вот так вот подожду этого чувака. Давай, кушай его, кушай. Нет, не хочет он кушать. Так, ладно, спасибо большое. У него в нике было AX, и он меня не трогал, прикинь. А, индейка меня тоже не трогает. О, большое спасибо, ребята. Смотри, мы нашли себе новых тиммеров, с которыми мы и будем играть. Вообще крутяк. Да, вообще прикольно, но это будет уже, наверное, в новых роликах, потому что здесь мы и так уже с тобой неплохо поиграли, много кого слили, ну и, конечно же, очень печально, что слили нас, ну, по крайней мере, тебя. Надеемся, что в следующий раз мы чуть-чуточку побольше эволюции себе вкачаем, и тогда накостыляем всем нашим противникам. На этом пока что все, с вами был Outplay и Алексис, ребята, всем пока! Пока, ребята!